Для собаки, которую спасали трое суток сотрудники МЧС и зоозащитники, теперь ищут хозяев. Животное угодило в разлитый на заводе гудрон. Как теперь сложилась судьба дворняжки и почему только сейчас зоозащитники стали искать для нее семью, расскажет наш корреспондент Алия Ирхадина. Девочка моя, иди ко мне, не бойся. Ну все, тебя никто не обидит. Иди сюда, на, иди ко мне, или ты сытая? Собака по кличке Ночка до сих пор с опаской относится к людям. Летом прошлого года она угодила в разлитый гудрон на территории завода и самостоятельно выбраться не смогла. Тогда спасателям МЧС и волонтерам пришлось развернуть целую спецоперацию, чтобы вытащить ее из ловушки. Собаки-то нет, я так понял. Так местные бродяги бегают. Вот. Сейчас тебе скинем. Даже после спасения отмыть собаку было не так просто. Сразу избавить ее от химического вещества не вышло. Да, малышка, процесс у нас с тобой идет. Еще сутки, и ты будешь вполне красавицей. На собаку было использовано 10 литров подсолнечного масла и несколько бутылок моющего средства. Отмывали ее трое суток. Покажи, на что похож хвост. Ужас. Чуть позже вызвали ветеринара. Гудрон оказал негативное влияние на организм собаки. У животного зафиксировали ожоги. Также были поставлены уколы против судорог. То есть приходилось маникюрными ножницами выстригать все кругом, вот прям до миллиметра. Потому что все было залеплено гудроном. Полгода собака находилась на передержке у волонтеров. Сейчас животное полностью здорово, и зоозащитники решили найти для нее новых хозяев. Дочка,